О новостях в мире. Северная Корея заявила, что ее военные провели учения с использованием реактивных систем залпового огня. Артиллерийское подразделение Корейской народной армии произвело 2 выстрела в сторону Японского моря. В Пхеньяне подчеркнули, что огневые учения укрепили готовность КНДР ответить военно-воздушным силам Южной Кореи и США. Отмечу, что запуски проходят на фоне проводимых совместных учений Южной Кореи и США с применением стратегической авиации. В ответ Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР, а Япония запросила внеочередное заседание Совбеза ООН.